Глава фракции партии социалистов в Мунсовете Ион Чебан представит проект, который предусматривает частичное решение жилищных вопросов для молодых специалистов, работающих в столице. Этот проект, инициированный лично Чебаном, касается выделения ежемесячной помощи в размере 1000 леев молодым специалистам в Кишинеу в первые 3 года работы в местном государственном управлении. Инициатива касается около 500 бюджетников, работающих в сферах здравоохранения, образования и других. Костурле. De aproximativ 2 milioane de lei, dacă începem să achităm aceste ajutoare, începând cu 1 septembrie. Расходы на внедрение этого проекта, если выплаты начнутся с сентября, составят 2 миллиона леев. Эти средства уже предусмотрены, списки получателей компенсации составлены. Также предстоит обсудить с другими фракциями назначение этой помощи. Возможно, не только на аренду жилья, но и на оплату приобретенного в ипотеку. По словам Ионы Чебана, проблема жилья сейчас стоит очень остро. Множество молодых специалистов попросту покидают и систему, и страну. Только в Кишинеу существуют десятки вакансий преподавателей и воспитателей. Подобная ситуация сложилась также в сфере медицины и других областях. Места есть, но их никто не спешит занимать, с сожалением сказал Чебан. Глава фракции ПСРМ отметил, что проект решения будет представлен в Мунсовет для обсуждения и принятия на следующем заседании, и призвал коллег по законодательному органу поддержать его.